Народное творчество. Так что будем творить народный стиль.
Лолита, Калинка, Малинка. А сейчас я вам исполню такое довольно интересное произведение. Дело в том, что я когда-то был период, когда я занимался очень плотно такой этнической музыкой, и мы ездили в экспедиции, собирали самобытные такие народные мелодии. Если помните, был такой Дмитрий Покровский. Вот, я с ним сотрудничал, и мы занимались такой деятельностью. И вот сейчас я вам исполню одну такую довольно интересную, забавную композицию, которая называется «Ой, да ты, Ваня», такой напев Смоленской губернии. Аутентично приближенный к оригиналу, скажем так. Ой, да сыграй скорее ворожок, а мы с тобой пойдем в лесу гулять, сядем в поле на травку отдыхать, а мы с тобой пойдем в лесу гулять, сядем в поле на травку отдыхать. Игорь Васильев.